Тигр бережет свою шкуру, а человек – имя. Но сначала это имя нужно создать, особенно бойцу. А сделать это можно, только умирая в зале, пропитав татами своим потом и кровью. Ну или хотя бы для начала просто встать с дивана. Приветствую вас, санцеликие тюлени. С вами Федорович, а в этом видео мы полюбуемся на одного из самых технически одаренных и феноменальных бойцов Израиля Адесанья. Любовь помогает убить время, но время убивает любовь. А любовь настоящего бойца к своему делу убить невозможно. Израиль родился 22 июля 1989 года в Нигерии, но еще будучи сопляком, переехал с семьей в Новую Зеландию в поисках лучшей жизни. Единоборствами пацан увлекся после просмотра фильма «Онг Бак», где был поражен мастерством и навыками главного героя. Адесанья занимался муай-тай, кикбоксингом, тхэквондо и бразильским джиу-джитсу, проявляя в каждом направлении неординарный подход. Жизнь дается лишь раз, а удается и того реже. Поэтому мужик решает не тянуть кота за бубенцы и в 2011 году начинает профессиональную карьеру, параллельно выступая в кикбоксинге, муай-тай и ММА. В 2016 году Израиль отправляется покорять Китай, в котором много классных турниров и платят хорошие деньги, где получает прозвище «Черный дракон» за свою феноменальную технику и красивые поединки. Всего по кикбоксингу он провел 80 поединков, 75 из которых выиграл, оставив свой значительный след в ринге. Две пчелы на один цветок не сядут, но жирный шмель может сесть на два цветка. Именно так и делал Израиль, параллельно выступая и по кику, и по ММА, причем делая это успешно и там, и там. Свой первый бой по ММА против Джеймса Гриффитса он закончил жесткими добиваниями. Затем также быстро, легко и жестоко разделался с Джоном Уэйком. Даже попытки очередного противника Сун Кенана давить на жалость не сработали, и черный дракон его порвал, как овечку на обед. Трудно при жизни стать более почитаемым, чем умершие, но Израилю это удалось. Его ударов ногами, которые он успешно и легко применял в ММА, боялись все соперники, а те, кто почувствовал их на себе, будут об этом рассказывать даже внукам. Ничто так не раздражает женщину в мужчине, как отсутствие денег, а ничто так не привлекает в бойцах, как львиное сердце и красивые бои. Бой за боем Адесанья настрелял 11 поединков, во всех одержав победы, и все эти победы были нокаутами. Тщеславию, как и болезни, любой подвержен, но не каждый ему поддается. Неудивительно, что на такого яркого и неординарного нокаутера обратило свое внимание UFC, что в любом случае должно было случиться. Поэтому Израиль, несмотря на очень удачную карьеру в K1, решает полностью посвятить себя ММА, в котором он видел больше возможностей для раскрытия своего невероятного дара. Одиннадцатое февраля 2018 года. Австралия. Адесанья дебютирует на UFC 221 против Роба Уилкинсона. В этом бою нигерийский феномен имел полное превосходство и доминировал весь бой. Хоть Роб и продержался до середины второго раунда, но без слез на него смотреть было тяжело. Поэтому логический нокаут стал облегчением для всех. А сам бой был признан боем вечера. Опыт – это то, что позволяет человеку, сделав ошибку, сказать «я так и знал». Но для бойца это нечто другое. 14 апреля 2018 года, Аризона,
соперник итальянский крепыш Марвин Виттори. На этот поединок приехал сам Дана Уайт, чтобы воочию убедиться, насколько хорош в бою Израиль. Как потом сам говорил Дана, многие считали, что Виттори может победить Адесанья, поэтому он лично хотел посмотреть на этот рубероид в клетке. И нужно сказать, что бой оправдал все эти ожидания. Мужики рубились на равных, на красивую технику и финты Израиля. Марвин отвечал жесткими ударами и не боялся обмена. Впервые в карьере Черного Дракона ему пришлось отбоксировать весь бой. А судьба в виде победы раздельным решением судей шепнула Израилю на ушко, что нехер расслабляться, а пахать в зале нужно еще больше. У других всегда все кажется лучше, но мы не знаем, что у них на душе и через что им пришлось пройти ради этого. 6 июля 2018 года, Лас-Вегас, соперник Брэд Таварес. Невероятная карьера в кикбоксинге, высокий бойцовский IQ и невообразимая техника сделали из Израиля лучшего ударника в ММА, который не боялся показывать красоту и эффективность ног, коленей и локтей, а не только рук, как делает большинство. Несмотря на то, что он полностью разобрал Тавареса, нужно отдать ему должное. Ведь он вытерпел эту каторгу и бой продлился всю дистанцию. Но в этот раз победу отдали Израилю единогласным и безусловным решением судей. Со стороны всегда виднее, особенно когда лежишь на диване и советуешь бойцам, как нужно драться. 3 ноября 2018 года, Нью-Йорк, соперник Дерек Брансон. Очень опытный и прожженный боец, который успел побоксировать с очень сильными соперниками. К тому же трэш-ток Дерека был не менее опасным, чем его опыт. Только для него самого, ведь злить черного дракона, который и так может порвать, не стоит, особенно называя его дрыщом. Чем сам Адесанья очень удивлялся, подчеркивая то, что это не кроссфит и не бодибилдинг, поэтому мышечной массе особо радоваться не стоит. А свои убеждения Израиль подтвердил делом в клетке, разобрав Брансона в первом раунде на запчасти, как дед старую Волгу. У обратной стороны медали тоже есть обратная сторона, а у каждого серьезного бойца есть моменты, которые хочется запомнить на всю жизнь. Февраля 2019 года, Мельбурн, соперник легендарный Андерсон Сильва, который для Израиля являлся кумиром в ММА. И вот ему, как юному ученику Шаолиня, приходится драться с мастером за право самому стать мастером. А в нашем случае открыть дверь к поединку за чемпионский пояс. Это был феноменальный бой двух топовых ударников ММА, которые напрочь забыли, что такое борьба и партер, а решили показать настоящее шоу, где Сильва позволял себе технику винчун и работал с опущенными руками, показывая, что еще может держать любой удар. А Адесанья показывал то, за что его все любят и считают лучшим страйкером. По истечению 3 жестких раундов победу единогласным решением получил Израиль, а звание лучшего боя вечера бойцы разделили на двоих. Самое обидное – это когда твоя мечта сбывается у кого-то другого, но чемпионский пояс может одеть только один. 13 апреля 2019 года, Джорджия, противник Келвин Гастелум. Бой за пояс временного чемпиона UFC в среднем весе. День, ради которого Черный Дракон столько трудился, настал. Но и соперник попал сегодня в клетку не просто так. Это был самый серьезный соперник Израиля среди всех до этого. Но и награда была самой большой. С
первых секунд боя бойцы показали, что готовы сегодня умереть ради победы. И никто не будет отдавать пояс просто так. На красивую технику и хитроумные комбинации Адесаньи Гастелум отвечал жесткими панчами и прямолинейными быстрыми атаками, которые достигали цели, несмотря на преимущество антропометрии противника. Перед пятым раундом Адесанья сказал сам себе, что готов умереть в этой клетке, если придется, но также он готов убить. Это был великолепный раунд с огромным количеством ударов, которые доходили до цели, в котором Израиль доказал, что он не просто умеет красиво бить, но и имеет стальную волю. По истечению пяти раундов кровавой бойни, единогласным решением судей, новым временным чемпионом UFC стал Израэль Адесанья, а многие эксперты назовут этот поединок лучшим в истории чемпионских боев. Плохой результат рождается от плохого начала, поэтому каждый боец старается начать бой хорошо. 6 октября 2019 года, Мельбурн. Противник Роберт Уитакер. Бой за титул чемпиона UFC в среднем весе. Черный дракон прекрасно понимал, что время ноунеймов прошло, и теперь каждый бой будет только с лучшими, к которым, безусловно, можно отнести Уитакера. Этот бой имел рекордное количество живых зрителей, поэтому пацаны были готовы на все ради победы и заветного пояса. Но Израэль был просто невероятным. В середине второго раунда Уитакер оказался на канвасе после мощных ударов Адесаньи, который стал абсолютным чемпионом UFC. Разбойники требуют кошелек или жизнь, а женщины забирают и то, и другое. А бойцы хотят всего лишь чемпионский пояс и не хотят пропускать удары. 7 марта 2020 года, Лас-Вегас. Соперник мощный Йоэль Ромеро. От этого поединка ожидали кровавого замеса и суровой бойни, но этого не хотел Ромеро. Выбрав тактику защиты и категорического отказа от зарубы с черным драконом, за что получило свистывание от зрителей и проигрыш от судей, которые единогласно признали победу Израиля и его первую защиту титула. За успех одного полководца умирают сотни солдат, а за одно дурное слово можно получить сотню ударов. 27 сентября 2020 года, Абу-Даби, соперник Паулу Коста, который выглядел как перекормленный тестостероном бык-осеменитель, особенно по сравнению с сухим Израилем, для которого это был не просто бой, а личная месть дерзкому бразильцу за его грязный трэш-ток. И это понимали все, поэтому ждали от этого боя нечто особенно жестокое. Адесанья полностью разбил Косту за два раунда, заставив рефери остановить это побоище, а затем сделав жест, чтобы максимально унизить дерзкого грязнослова, что в принципе уважительному нигерийцу было не присуще. Таким образом, с рекордом в 20 боев и 20 побед Израэль Адесанья вошел в историю ММА. Даже прекрасный папоротник рано или поздно завянет. 7 марта 2021 года, Лас-Вегас, противник Ян Блахович, который внешне выглядел килограмм на 20 больше Израиля. А все потому, что это был бой за пояс чемпиона в полутяжелом весе, куда решил подняться отчаянный Израиль, несмотря на то, что он-то и в среднем выглядел немощно. Мощные удары поляка и готовность идти в любой размен не давали Израилю возможности показать все свои умения и красоту. Он выглядел довольно блекло по сравнению со своими прежними боями и не мог полностью проявить всю красоту своей техники. В итоге, после 5 раундов жесткого боя, единогласным решением судьи отдали победу Яну Блаховичу, внеся первую единичку в рекорд Черного Дракона.
Теперь всем нам вдвойне интереснее наблюдать, каким выйдет Израиль на свой следующий бой. Готовым на реванш или сломается, как это было с многими хорошими бойцами. А свое мнение пишите в комменты. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи вы можете, став спонсором канала по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Раз, два, три. Это биомеханика эффективных движений. Ее знать надо. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! 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 Вот так. Да. Квадрата одна, да? На дистанции. Короче, я вот что делаю? Хлопаю, вырываю ключицы, это ключица, вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Обмазывающий стиль. Аджан! Атака слева! Атака справа! Атака слева! Атака справа! Это называется лебедь. Наше упражнение, секретный комплекс упражнений по левитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Стайл. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет, в атаке на бегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз из десяти. Ничего не успевайте, это убит.